сейчас на Кос, гуляем там немножко. И у нас уже будет переплава. Пороговое место, да. Да. Какой-то кипиш там. Все. Запарковались. Пойдем смотреть местный пляж. Там, походу, пожар. Чутка дымит. А мы тут спустились на пляж. Это Wildwood город, а не Cape May. У нас немного навигации было. Вот. Ну, глянем тут вначале. Потом Cape May подъедем. Непонятно, то ли они тут выкапывают песок, то ли привезли. Аттракционы есть, но пожар вообще серьезный. Ладно, так, быстрый взгляд и дальше в Cape May. Мы с одного городка плавно переезжаем в Cape May, и тут такой мост односторонний. Сначала вот эти дни проехали в одну сторону, сейчас мы поедем. Забавненько. Мост, он даже платный. Угу.
припарковались. Ветер сегодня, конечно, очень сильный. Вот, довольно-таки симпатично выглядит пляж. Перестраиваться. Там еще даже люди живут. А да, это все гестхаус. Красными такими клювами. Там на крыше сидят. Ты прям в деревню въехал.